Итак, Мелбет, первая лига, 15-й тур, Москва, Сапсан-арена, родина махачкалинская «Динамо». Отлично уходит от подкота, как бежит родина в контрнаступление. Сразу огромным количеством вперед и возвращается тоже дружно махачкалинская «Динамо». Но сейчас все пробежались на славу. А удар проходит через стенку, ничего себе. Где-то там кирпичика в этой стенке не хватило для того, чтобы мяч все равно долетел до вратаря родины. Впереди у «Динамо» мало что мы можем вспомнить. Может быть, зато сейчас вспомним, что будет около их ворот. Удар! Эй, Бакаев, опять подача в штрафную. Уже третья подряд. И еще одна скидка. И еще одна. И еще одна. Но никто не покупает. По этим скидкам и в итоге удар за полноценную цену. И не попадает. Храмцов. Передача хорошая в штрафную. Сердеров, опаснейший момент. И тянет этот удар Ренат Шакеров. Ох, какой хороший шанс сейчас. Передача. Юринцев. Пас в штрафную. Вот она, вот он момент. Сейчас может быть классная передача. Ну как? Как же так? Султонов, такое возвращение на поле после травмы могло быть. Ох, какая ошибка, ничего себе, Касентура в штрафной площади, Егош Касентура. Дальше идет, и это под удар, есть удар, и мяч едва не влетает в дальний нижний угол. Ух, какие моменты в самой концовке встречи, сначала у одной команды, потом у другой. Таскивают здесь нарушение правил. И желтая карточка еще. Арбитр посчитал, что это на желтую карточку тянет. Она стала с угла второй. Подача. Опасно. Ух, какой момент. И теперь главный арбитр встречи дает свисток. Увы.